В Айыртауском районе прошел республиканский айтыс «Кулагер Шабыт Сирыакан», посвященный 180-летию поэта, композитора, айтыскера Акан Сера Курамсаула. Подробности далее. В айтысе, посвященном 180-летнему юбилею Акана Серы, выступили 6 пар. Состязание проходило в Айыртауском районе не случайно, ведь это малая родина казахстанского композитора. Участников поздравил аким Айыртауского района и пожелал им удачи. Поздравляю вас со 180-летним юбилеем Акана Серы. Произведения Акына заставляют задуматься о многом. Его стихи и песни – наша гордость. В айтысе приняли участие 12 человек из Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, Абайской областей, а также городов Астана и Алматы. По итогам республиканского айтыса главный приз достался Жумабеку Арахимову. Мужчина завоевал гран-при и награжден сертификатом на сумму 600 тысяч тенге. Это его первая победа на республиканском турнире. Первое место завоевал акын из Акмолинской области Ерлан Даулет. Второе место акын мастер слова Асем Ережек Кызы из Астаны. Акын из Усть-Каменогорска Серик Хуанган и айтыскер из Караганды Максат Аханов разделили третье место. Акыны Даулет Курмаш, Акбота Манарбекова, Нурбек Бакир получили специальные призы. Олег Осинов, служба новостей.